Книга лежит на столе. Книга действует на стол с силой P и деформирует его. В столе возникает сила упругости, и он действует на книгу с силой F. На штативе закреплены два динамометра. К верхнему подвешен магнит, а на столике нижнего лежит стальной брусок. Сблизим магнит и брусок. Стрелки динамометров отклоняются от нуля направления сил взаимодействия противоположны, а модули равны.